Так, потерпеть надо совсем чуть-чуть. О нет, и как это будет работать, если Soulmate управляет моими ушами, то я буду слышать то, что он, или он просто отключает мой слух? Надо выяснить. Мам, привет, скажи что-нибудь. Что сказать? Да что угодно, мне нужно проверить, слышу ли я тебя. Я не знаю, что тебе сказать. Мам, на тебя вообще нельзя положиться и... Стоп. Я же тебя слышу. А что, не должна? Значит, слух остался мой. А как тогда это работает? Сара, привет. Привет, Бет, ну что, чем там сегодня твой Соул управляет? Ушами. Но я пока не знаю, как это работает. Он еще ничего не делал. Удивительно, обычно он начинал издеваться над тобой с самого утра. А может, у него сегодня выходной, и он еще спит? Или готовит злодейский план. Дети, я надеюсь, вы помните, что сегодня у нас важная устная контрольная. Что еще за устная контрольная? Ты что, забыла? Нововведение какое-то. Это будет как тест? Только устный. Фак. Бетти, вы следующая, проходите. Итак, я задам вам 5 вопросов и проговорю варианты ответа, а вы будете отвечать. Все понятно? Да. Первый вопрос. В каком году... А, что? Вы не слушали? Я повторю еще раз. В каком году... Чтоб ты провалился! Элизабет, я ставлю вам 2. Ваше хамство просто немыслимо. У меня просто худший соулмейт на свете! Вы кто? Я специальный агент. Элизабет, ваша жизнь не то, чем кажется. Вы очень важны в нашем деле. Что? О чем вы? Есть одна очень важная информация. Я скажу ее вам лишь один раз, и вы больше меня не увидите. Запомните ее навсегда. Это спасет 1000 жизней. Итак, на самом деле вы... Все, прощайте, Элизабет. Никогда не забывайте, что я вам сказал. Ты что, совсем долбанутый?